Всем здорово, мои подписчики! Сегодня у нас такая вот посылочка из Поднебесной. Здесь написано Water Dispenser и оценено в 5 баксов. Это интересная, кстати, вещь. Сейчас я вам покажу, что это. Увидел я первый раз эту вещь у Илюхи Зверье. Думаю, многие из вас знают. И как-то захотелось и тоже такую вещь. Это у нас для всяких вечеринок, для всяких таких вот дел вещь. Это вот такая вот вещь. Вот так вот она выглядит. Короче, ставите сюда бутылочку. Ну, мы это, конечно, сейчас протестируем. Ставите бутылочку сюда, какую-нибудь вот так вот делаете стаканом, и оттуда выливается вода. В принципе, прикольное достаточно изобретение для каких-нибудь вечеринок или просто для комнаты вашей подойдет. Также здесь есть булавка, я знаю, для чего она. Так что все это мы сейчас посмотрим. Ну, выполнено, кстати, достаточно так крепко. Здесь у нас все-таки скользящий, но не очень поверхность. Все здесь сделано из пластмассы. Также вот такая вот кнопочка. Это мы должны продырявить бутылочку. Сейчас я поищу себе дома какую-нибудь газировку или что-нибудь. И я сейчас к вам вернусь. И мы продолжим снимать распаковку, уже тире обзор этой вот диспенсера. Все, что я пока нашел, это вот такая вот минералочка. Если не получится, то я схожу в магазин за колой и проверим на коле. Давайте откроем эту самую водичку. Вроде как там должна быть она газированная. Это есть газированная. Специально пришел я на кухню, чтобы все это сделать. Если прольется, то чтобы раковина была близко. Так, все это мы вот так вот прикручиваем. Наверное, надеюсь, сейчас ничего не польется. Так, все у нас нормально стоит. Нужно, так, вот этим вот, не знаю, как это называется, кнопкой вроде, проткнуть вот здесь вот где-то. Вот, проткнули, вроде только в одном месте, чтобы как-то воздух там выходил и все такое. Но мы это сделали. Вот у меня есть специально здесь стакан, и мы сейчас, опа, чуть не снес камеру, это все дело проверим. Ну и вот напор, в принципе, не сильный, но все работает. Наверное, если сейчас мы сделаем побольше дырок, то будет вообще круто. Вот еще одна дырка, и вот где-нибудь еще вот здесь вот мы сделаем сейчас дырку вот и попробуем. Да, кстати, вот вы видите, что напор стал еще сильней. Вот, ну вот такая вот вещь, в принципе, достаточно прикольная. С колой там на какой-нибудь вечеринке или просто у себя дома так перед компом поставить и так наливать будет круто. В принципе, советую к покупке эту вещь. Диспенсер называется, ссылочка будет в описании. Ну что, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, активничайте на канале. Всем пока!